Здравствуйте, мои дорогие телезрители на канале Афонтова и, конечно, мои подписчики на канале YouTube «Голова садовая». Кстати, некоторые бабушки звонят и говорят, а в какой почте подписаться на вашу голову садовую, бабушки? Это не газета и не журнал, это в интернете на канале YouTube. Есть такой вот, как бы, да, штука американская. Смотрите, сегодня у нас тема розы. Посмотрите на эту красавицу. Несколько цветов она уже сбросила. Но Куин Элизабет – это просто сказочная роза. Ну, правда, нежная, красивая, ароматная. Цветет долго. Все время на ней огромное количество распущенных и бутонов и так далее. Ваша задача была правильно ее посадить, заглубив кулачок прививочный, да, и прививки на 5-6 сантиметров, на 7, правильно положить удобрение, не забыть костную муку и раскислитель доломитовую, ну, естественно, полное комплексное цветочное. Правильно ее поливать, давая ей воды тогда, когда она хочет этого, но регулярно. И, конечно же, следить внимательно за появлением тлей и прочих там клопов и неприятностей, потому что они начинают прогрызать листовые пластинки, тем самым уменьшая растению возможность правильно делать фотосинтез с белым светом, с солнечным. Понимаете, да? Поэтому следить надо внимательно. Она будет цвести беспрестанно до самой глубокой осени. И мы ее трогать не будем. Если вы хотите, чтобы у вас были красивые цветы, вы должны поить, кормить, правильно посадить. И, естественно, вы не должны ничего лишнего обрезать. Если сейчас отцветшие бутоны, вот я сейчас оторву вот эту вот, видите, да? Здесь внутри находятся семена. Пока они не нужны, еще только июль месяц. Но уже в начале августа я перестану убирать эти коробочки с семенами. Пускай роза сосредоточится на образовании семян. И новых побегов будет выпускать ровно столько, сколько ей надо. Если мы все будем обрезать и обрывать, она бесконечно будет выбрасывать побеги, и на каждом будет цветок. Она истратит все силы. В августе, это у нас уже осень начинается, нисходящее сокодвижение. Дайте ей возможность притормозить слегка. Это она сейчас, до конца августа, выброшенные бутоны будут цвести просто бешено. Но надеюсь, что вы слышите и видите. Всего доброго и до свидания.